Привет! С вами Елена. Давно не виделись. У меня вопрос. Любите ли вы кофе так, как люблю его я? В этом видео я расскажу вам о том, как заказывать кофе на русском языке. Итак, представьте, мы в Москве. В лучшей кофейне города. Мы садимся за столик у окна. Официант приносит нам меню. Мы открываем его, читаем и готовы сделать заказ. Официант спрашивает, что вы будете? Я говорю, мне эспрессо, пожалуйста. Или я могу спросить, а у вас есть капучино? Официант говорит, да, какой вы хотите, маленький, средний или большой? Средний, пожалуйста. Другой вариант заказа. Будьте добры, латте, большой. Я могу сказать, мне двойной эспрессо, спасибо. Или я буду американо, и можно мне стакан воды, спасибо. Если я не уверена, что заказать, и кто-то из моих друзей уже сделал заказ, я могу сказать, мне то же самое, пожалуйста. Мне принесут такой же кофе, как и моему другу. И не забудьте, что кофе может быть не только крепким, но и черным, горячим, сладким, вкусным, бодрящим и так далее. Приятного вам дня! Спасибо, что были со мной сегодня. И напишите в комментариях, какой кофе любите вы. Скоро увидимся. Пока! Was this video helpful? Subscribe to my newsletter and get free Russian insider tips delivered right to your inbox. I will see you inside.